Дорогие друзья, наши гости, мы рады приветствовать в нашем уютном зале нашей любимой музыкальной школы. Мы сегодня пригласили вас, чтобы провести незабываемый чудесный вечер, наполнить зал теплом и уютом и окунуться в мир вечного и прекрасного искусства. А волнующий, незабываемый праздник музыки, вокала, пения подарит нам ансамбль «Вдохновение». Я рада вам представить милых, очаровательных участниц этого коллектива. Эльвира Сабиржанова Зайфуллина. Татьяна Геннадьевна Герн. Ольга Евгеньевна Родина. Ольга Николаевна Сташкова. Елена Анатольевна Конькова. Сейчас для вас прозвучит песня советских композиторов. Популярная, любимая. Поется за пределами нашей Родины, знакома и узнаваема. Музыка Соловьева-Седова. Слова Матусовского. «Подмосковные вечера». Но прозвучит эта песня в необычной, новой, современной обработке. Дорогие подмосковные вечера.
Чем помним Страдева его, радости встречи девичьи плечи, помним Страдева его. Точек, что был на плечах дорогих, строчи пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
будет он со всеми откровенно говорить. Как проснусь, тотчас же море у меня в ушах шумит. Где под солнцем юга ширь безбрежная ждет меня подруга нежно. Там под солнцем юга, ши безбрежно.
стихов я все они лишь об одном. Между строчек замечаю, как скучаю по тебе, по нежной красоте твоей, то, что наполняет новым смыслом каждый день. Кто мне любовь
рада, что в нашем зале появляются новые лица. А это значит, в следующем году, в юбилейном году для нашего ансамбля, мы соберем еще больше наших гостей и друзей. Ну, знаете, так, если в прозу немножко уйти, то сегодня вот такой отчетный концерт, мы так называем, у нас есть такое понятие отчетных концертов. То есть наши уважаемые преподаватели отчитались за работу, за которую они не получают денег, которая для души, наверное, которая приносит им вдохновение. И, наверное, уроки с детьми вдохновляют их вот на такое, на создание такого прекрасного вечера. Поэтому я, когда слышу, когда они здесь репетируют между занятиями, я всегда прихожу, бросаю там что-то такое нужное, но не очень интересное. Я прихожу к ним на репетицию, просто смотрю, присутствую при процессе рождения их песен. И это мне потом дает такой мощный заряд. Мне очень хочется работать для них. Мне очень хочется беречь их. Мне очень хочется делать им что-то приятное и ждать, непременно ждать новых песен, новых переложений, новых оригинальных представлений этих песен. Ну и я их благодарю сегодня за такой праздник, который они подарили всем нам. И желаю им дальнейшего процветания их коллектива.